Хай! Желает успеха тебе, Макс Лехов. Это играет музыка, мой проект Black Metal Heywald. Кавер на Torn Apart, мой проект 99 года, который существует по сегодняшний день, сегодня 2018 года. В этом году был издан сингл, который вышел на Culminus Records и на CyberMax Digital Records. Вот. Хотел бы сегодня произвести обзор лота Burzum, знаменитый альбом «Философия». Вот. Купленный он у Перуна. Ник такой Перун. Вот. То есть я слышал много негативных отзывов об этом человеке. Ну, хотел бы показать, вот доказательства привести, что это неправда. Вот купил у него диск Burzum. Зовут его Евгений. Вот этот диск привезен прямо с Норвегии. Ну, он немножко, конечно, поцарапанный. Ну, так я его купил недорого, скажем так. Сколько он стоит? Это бразильское издание. Читается, все в порядке с ним. Даже он коробочка. Видали какая, то есть, оригинал. Вот. Руки у меня чистые. Имею полное право, это моя коллекция. Вот, книжечка, все тут идеально. Вон солнышко. Все странички целенькие, не помятые. Вот, ничем он, ничего там не втюхивает, не впихивает. Вот, так что вот я купил диск у этого человека. Все с ним в порядке, все замечательно, все отлично. Все читается, Burzum. Вот, отличная позиция. Фирменное издание. Все есть, FPI и все такое. Ну, понятное же делаешь. Я уже 30 лет занимаюсь диски, коллекционирую там продажами. С балки еще, на балке начинал все это дело. Ходил на эту балку, сколько раз закрывали эти, там же пиратов полно всяких придурков. Вот. Вот. Вон. А как там код? А что-то там не вижу. 0001, по-моему. Ну, короче, вы поняли. Короче, на Дискоксе есть этот... Это издание есть. Ну вот, отличная коллекция. Это мой самый любимый альбом. Единственный у меня в коллекции. Остальное я не слушаю. С Burzum. Только этот альбом. Вот, я его уважаю. И слушаю только этот альбомчик. Вот тут одна тема есть на 25 минут. Слишком уж затянутая. Можно было бы и уменьшить ее. Раза в 4, наверное, блин. На 3 минуты ее надо было делать. Нахер ее так на 25 минут ее делать было. Ну ладно, желаю успехов тебе, Макс Вехов. Пока-пока. Так что покупаю Перуна, не пожалеешь.